вернулись в гостиницу. Только вот сейчас заметил, такая картина висит. Море, пальма, пляжные стульчики. Да, скоро, даст Бог, тоже окажемся в таком месте. Осталось 5 турецких лир с прошлой поездки. Так они выглядят. Время 9 час, идем на ужин. Здесь где-то в полкилометра есть столовая Каганат. Давно там не было, сейчас пойдем там покушаем. Столовая Каганат, улица Акан-Сера. Внутри довольно уютно. Стандартная стойка с блюдами. Становишься в очередь, берешь поднос и выбираешь то, что тебе необходимо. Знак халал. Выбор блюд стандартный. Гуляш, котлеты, курдак, биточки, бифштексы, манты, фрикадельки, мясо с овощами. Взяли ужин. Две половинки куриного супа. Захотелось согреться. Порция мант. Бифштекс с рисом. Чай. Имбирь-шиповник. Сегодня что-то вечером прохладно. И два таких кольца. Парижанка. 4 кусочка хлеба. И общий счет у нас вышел 3910 тенге. Фирменная котлета Каганат. Получается говяжья котлета, сыр. А здесь еще грибы, помидор сверху. А вот это манты дзютайн. Чай с шиповником, лимоном и имбирем.